Здрасте, дорогие друзья! Всем привет! Другая жизнь продолжается. Мы сбежали из города на природу. Кругом снег, жарим мяско. Вкусное, сугробы, тишина. Иногда воют собаки соседские. Ну, очень-очень. Конечно, им же мясо хочется. Хочется, а мы их покормим, пойдем. Вот, ребят, в первую очередь, конечно, не с очень хорошей ноты приходится начинать. Приносим соболезнования сегодняшнему происшествию. Происшествию в Магнитогорске. Вернее, людям. Да, точнее, людям. Соболезнования. И, ну, не хотелось бы, конечно, чтобы все так заканчивалось в этом году, но как есть. Вот. Как-то странно повторилось это все. И очень похоже на то, что было в 99-м в Москве. Тем более мы живем в том районе, где это произошло. Очень похож, да, взрыв. И дом такой же, и взрыв также в таком же месте. Ладно, я думаю, все вместе мы все это переживем. И очень хотелось бы, чтобы в следующем году ничего такого не повторялось. Вот. Что еще могу сказать? Можем сказать. Ладно. Мы желаем, чтобы в новом году никакие невзгоды нам под коленки не падали. Все мы могли пережить, переступить. Чтобы у нас были на это силы, чтобы мы были уперты в достижении своих целей. Чтобы... И чтобы всегда была поддержка друзей, близких и просто соседей. Так что, ребят, поздравляем вас с новым 2019 годом. Желаем здоровья, радости, счастья. Чтобы у всех все сбылось в этом году, в новом году. Ребята, с Новым годом!